Роза Сябитова рассказала правду об отношениях с Ларисой Гузеевой. По ее словам, они поздравляют друг друга с праздниками, могут спросить о здоровье, но подругами при этом не являются. «Мы с ней не дружим, потому что она умничка. Она не любит, когда я так говорю. Но она мой учитель, мой сенсей». Она в самом начале сказала: «Девочки, не дружим, у нас тут бабский коллектив, давайте нести это все в программу», объяснила Сябитова. Известная сваха также призналась, что не звонила Гузеевой, когда та в прошлом году болела коронавирусом. «Зачем звонить человеку, она все равно болеет. Не надо звонить близким, потому что они сами в шоке. Я просто ждала, молилась и верила». И слава богу, у Лариски хороший иммунитет, и она поправилась, рассказала Роза. При своей позиции невмешательства Сябитова отметила, что если кто-то оскорбит при ней Гузееву, то она надает лещей обидчику. «Мы семья, попробуйте что-нибудь плохое про нее сказать. Она моя родственница, я могу ее критиковать. И она мне это разрешает, а вы не можете. За нее порву», высказалась Роза Сябитова.